Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы возвращаемся в Блуждающий Путь. Вышла полноценная демка, версия 1.0. Вроде что-то перерисовали, что-то новое добавили, немного пересмотрели баланс. Короче, давайте посмотрим, давайте заценим. Так, пока доступно лишь два персонажа. Так, эксклюзивный сундук. Получите эксклюзивный сундук с реликвиями персонажа при входе в игру. Это вот это реликвии персонажа. Так, что появилось здесь? То есть описание пока посмотреть не могу. Вот из этой всей штуки. Ну хорошо. Так, здесь что? О, значки. Не хватает душ. Ну, не так много. В общем, какие-то значки появились. И реликвии вот этого нового персонажа. Так, ну давайте пока сыграем за кошку нашу. И так, сундук. Так, уровня сложности нигде нет. Так, сундук. Так, карты зелий можно использовать на врагов. Можно отбить одну вражескую атаку. Давайте вот на надувной гриб. За каждое прохождение сцены максимальный объем здоровья плюс 2, но исчезает после двух усилений. Ну, неплохо все равно. Так, дать защиту. Ну пойдемте за камнями. Так, а этот чего? Ликвидировал мерзавца. Немного голды. Два рунических камня. Три рунических камня. Ну, наверное, стрёмно добивать их. У меня защита маленькая. Ну что, как-то посложнее стало. Я помню, что у меня всегда защита была какая-то высокая. И мне просто никто урон не наносил в самом начале. А сейчас у меня и атака фиговая, и защита. Вот этот говнюк, он увеличивает урон. Откуда у вас столько? Твари мерзкие. Ну, ёб твою матрицу. Я даже пробить не могу его. Купон на скидку. После обновления цена реролла. Херня какая. Карта бомба увеличивает урон на 2. Ну, кстати, не так плохо. Обновите реликвию. За пятак можно. А у меня нет пятака. Шляпа шляпная. Вложите реликвию для улучшения. Ну, гриб можно. Два рунических камня. Давай так.
Если хпшка ниже 8, можно возобновить одно здоровье за каждый раунд атаки. А можно за локоть? У меня вообще ни денег нет, ничего. Ну давайте синюю копилку возьмем. Улучшение реликвия. Да, давайте улучшение реликвия. Тут какая-то падла просто. Дайте защиту все-таки. Защита 3. Смотри, мне надо реликвию улучшить. А у меня ее нет. Но я могу забрать с собой. Шляпа, но а можно отыграть назад? Ну, блин, я бы убил кого-нибудь, монетка. Ага, вот свинья копилка. Сброс. Вот. Рерол давай. При атаке противников с максимальным запасом здоровья атака увеличивается на 2. Ну такое себе, конечно. Но всегда будет кто-то с максимальным здоровьем. Ну давайте копье возьмем. Ну вот сколько я этому врежу? У него максимальное здоровье 4. Меня убьет. Не понял, а что это такое было? Получить награду из колосса желаний. Еще и этот тутырок. Ну пшел отсюда, щенок. Ну, что это за шляпа шляпная? А, у него хпшка текущий уровень, а не максимальный, да? С максимальным запасом здоровья. А теперь вот поэтому нормальный удар идет. Херня какая. У него 3, а у этого 4. И какая же шляпа шляпная. Так, награды из колодца желаний. Говорит, что тебе? Случайная реликвия. Алтарь благословения. Вот, давай. Плюс 1 к урону. Магазин. Но у меня с ракеткой есть. В принципе-то. Но можно улучшать реликвии. Ну, непонятно. Ай, шляпа шляпная. Ну, так сделали получше, а то было что-то совсем легко. Купить сундук за 30-ку. После 3 раундов атаки активно начинает сам атаковать. Ошибись. Щит. Запугивает, при приветствии еще снимает, ну зашибись. Хера не нашел. А это 6 единиц, все сносит. Ой, какая же шляпа. Ну хорошо сделали.
Не могу ничего сказать. А, этот, блядь, ударил. Ну как так? Я думал, сейчас ударю, выпью, потом кину. В общем, ну, не посчитал в третьих. Так, а ваш, так, ваш балл прохождения комнат 5 убить. 38 оценка. Бонус к оценке 0. Ну, 38, видишь? А ты говоришь, играть не умею. Так, главное меню. Так, новая игра. Ну, где у меня эти души там? Что-то могу взять? 11. Ну, 11 можно засунуть только в одно место тут. Тридцатка нужна хотя бы. Ой, ну давайте закиску еще разочек. Ой, давайте тогда возьмем это все на урон. Сейчас расхерачу просто все. Ну, сейчас покажу, падлы. Просто не повезло, видимо. И слишком я добренький. Всех убивать. Почему так мало сносим? Пошел он. Ну, вот это другое дело. Сейчас попляшут. Какой урон? Не урон, уронище просто. Награда. За рунными камнями идем. Не, ну атака 7, защита 4. Вот это по-взрослому. Херовенько как-то. Как-то. Очень херовенько. Да что же вы делаете-то? Написано 0, значит, он не отвечает.
А что же я тогда потратил в прошлый раз? Сюда. Угу. Получай, падла. Бутылочка. Смотри, значит, меч с гербами. Выбросьте реликвию, ее атрибуты не исчезнут. То есть я получаю 30-ку. А, атрибут не считает. Я могу сделать рерол. Еще один меч такой. Ну, неплохо. Смотри, я могу убить, и он даже ничего не это... Не чухнется. Ну-ка, давай-ка еще защиту. У меня хпшка очень маленькая, конечно. Смотри, я и этого могу убить. Всех замочил, а тебе повезло, падла. Будильник, на работу надо идти. О, неплохо, неплохо. Может, еще защиту взять? Или хпшку? Надо хпшку, все-таки 10, это прям... 10-то мало, а... Пойдет. Восемь семь. ХПшка, все хорошо. Вилкой в глаз. После того, как атакуете ранен, это слишком сложно. Тоже слишком сложно. Змеиный меч. Каждый раз при использовании предметной карты наносят случайному врагу на поле 3 урона. Плюс 4% щит за каждого убитого врага. Что это такое? Щит. После заполнения следующий атакующий ход становится неуязвимым. Может, это хорошая вещь. А после этого 3 урона. Давайте синий вот этот возьмем. Копим. Угу. При получении непосредственной атаки максимально получаемый урон 5. Медвежонок. Не хочу с медвежонком связываться. Изменить атрибуты. Ага. За счет удачи увеличить хпшку. Или увеличить защиту. Давайте хпшку. Убить врагов и получить золотые монеты, равные стоимости их удачи. Ну, непонятно, в чьей это написано так. Теперь поймешь. Ну-ка, медвежонка, да. Погоня. Я тебе сейчас такую погоню покажу, падла.
Ну тут надо внимательно следить. Я, конечно, взял специфический предмет. Ой. Ну мне рунные камни тоже нужны. Но два очень мало. Давайте за камнями. А, это монетку воруют, да? Сколько урон наносишь? Ты нисколько не наносишь. Ты лох. Понял? И ты тоже. Вот так вот. Прощайте, неудачники. Ну, медленно, конечно, заполняется это, ну, нафиг. Еще раз, наверное, не возьму. Что я не подумал, 4, 25 надо, чтобы была неуязвимость. За каждые 5 очков ниже максимального атака увеличивается на 1. Это какое же здоровье надо иметь, чтобы это имело какой-то смысл. Защита. Хипешку давай. Ну-ка давай-ка медвежонку пропишем этому. Положить реликвию, преобразовать в постоянный эффект. Жесть, постоянный эффект. Постоянный эффект. Эта реликвия не может быть преобразована. У меня постоянный эффект будет постоянная неуязвимость. За 3, да, я согласен. Реликвия была преобразована. А, это херня какая. Это просто то, что это не занимает теперь ячейку, а находится здесь. Какая шляпа шляпная. Чем я его ударил? За 30-ку купить. Ну, на один рерол хватит денег. А, еще один синий амулет. Ах, вот оно что. Если их улучшить, тогда там атака, атака, неуязвимость, атака, атака. Ну, это вообще отличный предмет. Всегда говорил, что это классная штука. А ты мне говоришь, да нет, нет, что-то. Ситуация мне не нравится совсем. Вроде все так хорошо начиналось, но...
Ну хотя нет, он не такой опасный. Уклонение? А, вот сработало. Давишь по 8%. Опасное проклятие! Победите, чтобы получить улучшенный сундук. А другого... А, или магазин. Которому... На который мне не хватит денег. Но я думаю, мы не пройдем проклятие. Мне не особо верится. Ну, давайте попробуем. Пауки? Дракона кто-то у нас будет. Ну, может просто расклад быть хороший, что... Ну, кстати, нормально. Итак, присутствие урона атак по врагам уменьшается наполовину. Исчезает через 4 атакующих входа. О, давай. Через 2, через... Сундук. Шляпа шляпная. Когда гнев, щит или выпадение достигают 100, восстанавливается 3 здоровья. Надо нам это? Думаю, нет. Каждые 2 очки защиты увеличивают объем максимального здоровья на 1%. Но перевод, конечно. Ну, 3 хпшки, короче. Ну, нормально. Стрела. Урон равный атаке. Отлично. Присутствие врага всегда в присутствии. Враги всегда атакуют первыми, исчезают через 2 атакующих кода. Нет, 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 только кода же меня атаковала. Насколько это нанесет? У меня атака нет, десятка. Мочить, но ни капельки не сомневался. Неваляшка. Убить всех врагов на сцене. Удача плюс 1. Защита за каждое свободное место в рюкзаке. Ну, конечно, конечно, конечно. Каждый раунд вы теряете 3 здоровья. Остается еще один раунд. Вот падла. Пойдем улучшим. Возьмем природный щит, кольцо, меч. И, ну, нам улучшать, улучшать. Мы новые ничего брать не будем, мы будем только улучшать то, что есть. Ну, защита 13. Вот тут грамотно я сыграл. Очень грамотно и очень четко. Так, а тут что есть? Атака на 3 комнаты. Давай, временно. Так, что мы тут возьмем? Атаку. Прощайте, неудачники. Подожди-ка, почему я потерял хпшку?
А, ну конечно, кровотечение же. Природный щит. Не все с предсмертными хрипами. Как грамотно и четко все рассчитал. 12 и вот так вот. Как тебе такое? И следующий удар я не получаю. Ну-ка, замочить, падла. Мало, надо было таких вот синих амулетиков побольше. Но у меня вот эта штука исчезнет. Вот эти надо улучшить. И я за каждую защиту буду тут такую хпшку получать. Так, у меня закончились камни. Давайте за камнями. А ты чьих будешь? А, ты наносишь урон. Это мне не нравится вообще. Опасное проклятие. Да ладно, опасное. Смех на палочке. В стеклянной баночке. При атаке впервые наносит урон. Восстанавливает 6 здоровья. Говнюк какой-то просто. Потрох. А, использование предметов нельзя делать. Сука. Да чё мерзкий тип. У меня такие показатели хорошие. Ведь там какой-то улучшенный сундук. У меня, в принципе, и так все хорошо. Давайте улучшение реликвии. Дешевые понты нам не нужны. Говнюк, да сколько ж у вас тут?
Гнев после заполнения, атака удваивает. Ну, давайте вот это возьмем. Ну, дела-то не очень. О, хпшку, видишь, как надо поднять было? Грамотно и четко работал. Притом расклад-то хороший, у меня два счета. А, нельзя, вот этот тварь будет. Говнюк какой. Бесит. Все игнорируют броню. У меня такая броня хорошая, а им похер. Он говорит, а мне похер. Какой урон вот есть? Все тебе пробью. Ну вот, нейтрализация. Конечно же. Ой, бесит как. Мы с тобой еще это поговорим потом. Это рефлекс просто. А почему бутылочки такие, какие-то трясня какая-то. А этот хрен чего? А защита минус 4. А все равно ты не пробиваешь. Лох. Ты хоть 4, хоть минус. Дебил, не умеешь гаммы. Я думаю, хпшка у меня какая-то фантастическая будет. Все 39. Замочить падлу. А, смотри, я нейтрализую вот эту, а этой добиваю. А, он все-таки отвечает. Он же и лечится еще. Ну конечно. Не, нахрен с поля этих уродов. Ну, такой хороший расклад. У меня два щита. Игрок еще этот. Mm-hmm.
впереди босс. Примите вызов. Босс. Фигос под нос. Видишь, дивизия. А есть тут что-нибудь хорошее? Такая штука есть. Перчатки чемпиона. Жалкий босс, но что-то как не очень. При прямой атаке наносит игроку одинаковый урон. Ну зашибись, просто сдохнуть можно. Атака обескровливает игроков. Два раунда атаки подряд. Что за шляпа? В каждом атакующем ходу восстанавливает боссу 4 здоровья. Через 5 атак. Так, невозможно перетаскивать игрока. Лечение. Не, ну это шляпа. Какая-то шляпная. Ну, мне жалко. Вот смотри, каждые 5 этих меня бьет. Вот было бы идеально. Накопилось, и это накопилось. При убийстве наносят 30 урона боссу на поле. Какая погоня еще? А, ну это... фигня. И мне кровотечение еще. Ну, прямую атаку я не делал на эту штуку. Ну все, приплыли. О, у меня, смотри, стопроцентная защита. Кому я могу врезать и при этом не сдохнуть? Здесь смерть, тут тоже смерть. А, можно же перетаскивать теперь. Так, ну давайте подумаем, кому перетащим. Ну давай посмотрим, что за тобой. За тобой обычная щупальца. Получай. Бумеранг. Хрень на палочке. Гейм овер. Как-то так. Ну неплохо, баланс все-таки получше. Не то, что было, что играешь с закрытыми глазами, и все равно результат отличный. Так, и что у нас тут? 55! Ничего себе! 55, уже я могу открыть-то на 55. Зеленый шарик, красный шарик. А что не дают-то? Смотри, какие сундуки огромные. Вот двойной с рожками. Значок, ну только вот этот... Ну ты силу, наверное, начинаешь. Так, ну что это такое? При каждом входе в новую сцену игры с определенной вероятностью возникает событие испытания. Только это мне и нужно. И так пройти не получается. Так, а вот у этого что? А у этого только атака. А чем, подожди. Чем он отличается от кошки? А у кошки удача есть, а у него хпшка побольше. Ну так, в принципе, те же яйца. Ну и предметы другие. Ну вот как так, ну еще поиграем. Давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал на российской платформе. Название канала такое же. Ну и до встречи в следующей серии. Пока.